Александр Сергеевич Пушкин, клеветникам России. О чем шумите вы, народное витие? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте этот спор славян между собою. Домашний старый спор, уж смешанный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Мира склонилась пред грозою, то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Счастливый ляг и верный роз. Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно привечает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж, ответствуйте, за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий на царственный камир и нашей кровью искупили Европу, вольность, честь и мир? Вы грозны на словах, попробуйте на деле, ведь старый богатырь, покойный на постели, не в силе завинтить свой измаильский штык. Или русского царя уж бессильно слово, или нам с Европой спорить снова, или русский от побед отвык. Иль мало нас, или от Перми до Таврида, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте в клан витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет выше ничего. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет в мире ничего.